Отремонтировано 7 проездов на территории ТИЗа, благоустроены 4 дворовые территории, сделаны подъездные дороги к родникам в прошлом году в рамках регионального проекта «Вам решать». Всего наш город подготовил 11 заявок для участия, 6 из них прошли конкурсный отбор. В этом году Саров примет участие в проекте инициативного бюджетирования еще раз. Критерии отбора заявок изменились. Прежде всего, конечно, основной критерий – это степень поддержки данного проекта гражданами. Она определяется количеством подписей в подписном листе, который прикладывается обязательно к заявке в поддержку данного проекта, и количеством голосов в онлайн-голосовании. Также немаловажно, в какой доле местный бюджет поддержит инициативный проект. На каждую заявку регион гарантирует выделить до 3 миллионов рублей. Администрация рассматривает возможность участвовать в софинансировании проекта в размере 30%. Еще один значимый критерий – привлечение спонсорской помощи. Кроме того, будет оцениваться трудовое и имущественное участие в реализации конкретного выдвинутого инициативного проекта. Что это такое? Трудовое участие наши граждане это хорошо понимают. Это субботники, да, в каких-то подготовительных работах. Работы, которые не требуют специальных компетенций, будем там говорить. Либо уборка после уже завершения работ и так далее. Проект реализуют по 7 направлениям. Наши дороги, наш двор, спорт для всех, все лучшее детям, общественные пространства, наша инфраструктура, а также наша инициатива. Заявку может подать инициативная группа численностью не менее 10 человек в возрасте не младше 16 лет. Нашим горожанам и депутатам мы устанавливаем сроки до 1 ноября, чтобы собрали подписные листы, определились с наименованием проектов, потому что само оформление заявки будет осуществлять департамент городского хозяйства. Это занимает достаточно много времени. И до 12 ноября нам еще нужно будет обеспечить защиту всех заявок, всех выдвинутых инициативных проектов от города Сарова в Министерстве внутренней политики. Дополнительную информацию по оформлению инициативных проектов можно получить по телефонам 977-97-977-68. Анна Перепец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24.